Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу сделать распаковку сумки бренда Polen. Первый раз эту сумку я увидела на просторах интернета в образах зарубежных блогеров. Она меня сразу зацепила. Она со временем стала очень популярной, и я не смогла устоять, поэтому давайте же скорее начнем. Хочу добавить, что Polen — это французский бренд, основанный в 2016 году, и он достаточно быстро обрел свою популярность благодаря, первое, это качеству, второе — это цветовая палитра. Зайдя на сайт, вы можете посмотреть, насколько базовая, красивая используется цветовая палитра в сумках этого бренда. И третье, на мой взгляд, это ценовой сегмент, в котором находится этот бренд. До 400 евро вы спокойно сможете найти себе сумку мечты. На сайте сумка представлена в двух размерах. Я выбрала базовый. Предлагаю перейти к деталям. Внимание привлекают магниты, благодаря которым сумка легко трансформируется. Минималистичное лого с внешней стороны дополняет ее, а узкие ручки придают легкость и элегантность. Давайте рассмотрим, что есть в сумке. Ноутбук, телефон, планшет, книга, ежедневник, паспорт, косметичка и, конечно же, еда. Бренд Polen — это отличный бренд для тех, кто ищет одновременно трендовую и не как у всех сумку. У данного бренда огромное количество различных форм, цветов. А если вы почитаете отзывы, то они полны восторгов. И однозначно я понимаю, почему эта сумка покорила мое сердечко. Она потрясающая, потрясающе комфортная, удобная, красивая. И теперь это моя самая любимая сумка.